Посмотрите на это чудо. Это не просто овощи резко, еще и сушка для ягод, для грибов, для зелени, для трав. Вот, 990 рублей. Отличный помощник для дачника, потому что моментально можно высушить любые грибы, пожалуйста, любые травки, любые ягоды. Все это высушиваем, например, и сушим просто, да, потому что просушить нужно. Невозможно салаты и зелень высушить хорошо полотенцем. Для этого нам нужна вот такая вот сушилка, которая за счет центробежной силы выкидывает за пределы вот той решетчатой корзины, которая крутится, выталкивает воду за счет центробежной силы. И при всем при этом зелень не мнется. То есть, если мы сушим бумажным полотенцем, бумажное полотенце намокает, прилипает к зелени, которую мы сушим. А здесь, даже если вы делаете это на обычном полотенце, которое, например, вафельное, все равно такого эффекта никогда вы не получите. Если вы берете вот такую вот карусель, причем эта сушилка, она действительно используется. Вот у нас в ресторане есть такая, просто она только оранжевая. А как вы ее используете? Вот смотри, у нас есть зелень. Так. То есть любую зелень, которую вы принесли с рынка, например, ее нужно обработать 2% раствором уксуса. То есть в воде разводим уксус, так, слегка кисленькую водичку делаем. Это еще положено для того, чтобы убить всякую, так сказать, живность, то есть которая абсолютно все может жить. Так, вот, да? Смотри. Да, мы обрабатываем любые салаты и любую зелень. То есть мы закладываем вот так вот листья и не мнем их абсолютно. То есть мы из воды сразу, после того, как мы замочили. Кстати, если ваша зелень немножко подвяла, чтобы ее реанимировать и взбодрить, так сказать, чтобы она стала веселая и опять такая очень бодрая, как будто ее только что сорвали с грядки, положите в холодную воду, прям в ледяную воду с уксусом. Посмотрите, за счет центробежной силы не надо трясти, не надо разбрызгивать воду по всей комнате. Достаточно положить вот такую сушилку и просто покрутить ее на вот этой вот карусели. Ну, мы ее еще называем шарманкой. Ты знаешь, очень большая проблема хорошо высушить зелень, потому что ее трясешь, отряхиваешь эту влагу. Ну и представляете, как это долго, как это проблематично. А если вы большое количество зелени готовите на салаты, а если вы хотите засушить, например, зелень на зимний период, или какие-то травки заваривать чай на зиму, либо грибы помыли, их очистить от влаги. Вот очень хороший вариант, который поможет вам. Это хит продаж. Лот 24-294. Хотите Обратите быстро внимание. Готовить, сушить? Вот он, ваш помощник. Сколько натекло воды сразу. И из нашей корзины абсолютно ничего не капает. Вся зелень абсолютно сухая. То есть вся влага осталась вот здесь, вот в самой вот этой вот чаше, которая и предназначена для сбора жидкости. Но это не просто чаша для сбора жидкости. Это еще и форма, в которой мы можем запросто готовить наши салаты. Слушай, ну это хит телепродаж во всем мире. Но во всем мире цены совершенно другие. А у нас сегодня, для того, чтобы вы познакомились с телеканалом Дисконт, цена на все 990 рублей. И ваша выгода сейчас в прямом эфире составляет 1200 рублей. Ограниченное количество. Но я знаю, что это не только сушилка. Это еще и овощерезка. Да, обратите внимание, что объем нашей вот этой вот кастрюли, чаши, в которую мы собирали только что жидкость при сушке зелени, эта же чаша позволяет нам, если мы поменяем 4,7 литра объем этой чаши, мы можем запросто в ней начинать готовить сразу салат. Итак, в комплекте у нас 3 терки, которые позволяют нам, обратить внимание, все очень компактно хранятся, все в одном месте. Итак, у нас одна терка предназначена для нарезки слайсов. Это вот это? Да, вот первая терка. Острые высоколегированные ножи из нержавеющей стали. Лазерная заточка, которая сохраняет долго остроту лезвий. Дальше у нас в комплекте идет мелкая терка, которую можно использовать, например, для моркови. Ну и крупная терка, которую можно использовать и для овощей, и для сыра. Итак, обратите внимание, нам достаточно вот так вот, всего лишь навсего. Смотрите, в нашей терке находятся 3 прорези. Одна конкретно под, например, то овощ, который мы будем резать, а другие 2 для удобного и компактного хранения. То есть нам не нужно больше по шкафам, по ящикам искать, где какая терка. У нас все хранится в одном месте. Итак, вот хотя бы берем даже сельдерей, довольно-таки
довольно-таки, так сказать, плотный продукт за счет волокнистости своей. Смотрите, можем запросто, абсолютно не боясь порезаться. Кстати, у нас же в комплекте еще и идет вот такой вот держатель, благодаря которому мы можем даже под последние маленькие кусочки, когда у нас остается совсем чуть-чуть, дабы наши пальцы не пострадали, то есть у нас есть вот такой держатель, который как будто по рельсам ездит и дорезает последний абсолютно кусочек. Вот так вот, все. Смотрите, у нас остался совсем мизерный-мизерный кусочек. Это говорит о том, что вы будете экономить продукты. Хочу, хочу, хочу. Мы сегодня еще экономим деньги. 1200 рублей прямо сейчас. Овощи резко, благодаря которой вы можете моментально высушить любые овощи, любые фрукты, грибы, травы. Но еще и нарезать моментально любые салаты. Но вы не хотите тратить много времени на приготовление. Вы часто принимаете гостей, но прежде чем вы примете гостей, вы уже так устаете на кухне, что энергии просто на того, чтобы отдохнуть, сесть вместе со всеми, не остается. А вот такой помощник вам обязательно поможет. Смотрите, расслабиться. Я вам расскажу, как пользоваться держателем, когда у вас остался вот такой вот маленький кусочек овоща любого. Например, морковь. Смотрите, мы же трем под углом, получается. Да. И нам нужно закрепить его на вот эти вот четыре металлических стержня тоже под углом. То есть для этого мы прям нажимаем, он у нас как будто насаживается на шампуры, а потом ставим держатель в пазы, надавливаем вот на вот эту зеленую часть, на ручку, и все, и продолжаем дальше дорезать нашу морковку. И в итоге, что у нас остается? Буквально несколько маленьких кусочков. То есть вы экономите. Посмотрите, то, чтобы не порезать пальцы, вы бы тот кусочек моркови выкинули. А так получается, что вы минимизируете свои расходы на овощи, на те же самые. Можно также сделать сыр, можно также нарезать капусту. Обратите внимание, сейчас вот мы в этот наш весенний салат нарубим еще капусты. Да. Ну, а продано 100 штук. Я вас поздравляю. Впереди у нас время засолок. Нам обязательно пригодится вот такое вот чудо для того, чтобы мы делали разнообразные консервации. Потому что мы же не хотим тратить на это много времени. Мы же рачительные хозяйки. О, сразу на борщик, пожалуйста, можно капустки нашинковать. У меня, кстати, никогда не получается идеальная тонкая капуста для борща. Вот, для тушеной капусты, для квашеной капусты. Пожалуйста, вот она, овощи резко, которая вам поможет сделать те самые идеальные ломтики. За 990 рублей целый комплект. Здесь у нас и отломанная чаша, в которой можно, кстати, готовить салат и просто подавать на стол. И хранить можно в этой же чаше. Здесь у нас удобная ручка с держателем. Здесь у нас есть ставка для сушки овощей и фруктов. И, как говорится, морепродуктов. Что хотите. Также у нас здесь в наборе три терки. Ну и, конечно, плододержатель. И еще, пока ты нарезаешь, я хочу спросить, что вот это вот рядом находится? А это вот рядом терка. Это у нас как раз четвертый элемент, который позволяет делать фруктовое пюре. Обратите внимание, что у нас в комплекте еще вот такая четвертая терка. Так, на ней вот мы она, можем, да, запросто измельчить. Если вы только начинаете вводить маленькому ребенку прикорм, вот, вы не покупаете неизвестного происхождения всякие фруктовые пюрешки, а можете их готовить. То есть, смотрите, у нас вот уже буквально за несколько минут с самого начала эфира получился вот такой вот витаминный салат, в который можно запросто сейчас добавить маслица. И как раз таки, товарищи, сейчас идет Великий пост. И при всем при этом, смотрите, вы можете прям сразу тут же перемешать, добавить, например, сюда масло, добавить немножко сахара, добавить соли и уксуса, и получаем постный салат, который понравится любому человеку, даже тому, кто не постится. Но мне нравится, что все наши терки можно удобно хранить. Посмотрите, есть специальный отсек для хранения. Пожалуйста, такая терка, такая, все на месте. Другая терка у нас есть в наличии. Посмотрите, как легко поменять терки местами. То есть не нужно никакого электричества, если у вас на даче его нету. Ничего не нужно, никаких дополнительных приспособлений. Вот такое самое надежное приспособление всегда будет вам необходимо на даче. Если вы путешествуете, например, с детьми, моментально приготовить овощное пюре, салатик нарезать. Если вы сидите со своей фигурой, летние салаты тоже можно готовить в этой овощерезке. Кстати, это еще и удобная чаша, огромнейшая чаша, почти
на 5 литров. В ней можно хранить, вот, например, если мы крышку снимем и уберем нашу сушку. Вот, вот такая красивая чаша, которая также нам пригодится. Объемная, вместительная, прозрачная. Кстати, если мы едем на шашлыки, можно в этой чаше замариновать мясо, нарезать, нарубить любой салат. 990 рублей за целый комплект. Вы получаете и чашу, и удобную крышку с ручкой. Ну и, конечно, вот такая сушилка для овощей, для трав, для грибов. Пожалуйста, одним движением крутим, на кнопку нажимаем, и все останавливается. Посмотрите, как это легко, как это просто. Но это еще не все. В комплекте у вас несколько терок. Их удобно хранить. Звоните, звоните прямо сейчас, и у вас будет все легко и просто получаться, как у нашего шефа. У нас осталось буквально 36 минут до полной презентации. Ой, моя будочка была бы сейчас счастлива. Смотрите, какое получается яблочное пюре, которое можно давать запросто ребенку. Тем более, если у вас, например, свой сад, свои яблоки, вы уже знаете, из чего, соответственно, как они выросли, что они экологически чистые. Да в любом случае, даже если вы покупаете яблоки, вот такое вот пюре получается легко и просто. Ну и, конечно, можно запросто, если вы готовите большое количество салатов, приготовить на этой терке сразу весь салат. Обратите внимание, что нарезка соломкой, которая у нас получается благодаря вот этим вот насадкам, мы получаем сразу салат, который можем перемешать. Ну и, конечно же, если вы, например, готовите много мяса, которое вы хотите запечь под сырной корочкой, на чем тереть сыр? Пожалуйста, на вот такой вот, на крупной терке натерли, сыр рассыпаться не будет. То есть, что происходит, когда мы трем на обычной терке сверху вниз? Ну, как правило, по кухне разлетаются. Да. Если вы делаете салаты такие, как мимоза, где нужно потереть отдельно белки, где нужно потереть отдельно желтки, чтобы все это, чтобы все эти крошки не разлетались по всей кухне, вам нужна вот такая шикарная терка, где продукт, который вы натираете, будет ссыпаться в саму чашу. 4,7 литра. Огромнейшая чаша, которую можно использовать сразу для салатов. Удобно, практично. В колл-центре у нас ажиотаж. Вы берете для себя, вы берете для дачи, вы берете в подарок. Ведь цена сегодня позволяет. 990 рублей. Меньше цены просто нет. Телеканал «Дисконт» — это гарант низких цен в России. Лот 24-294. Остается 44 таких овощерезок. Успевайте приобретать. Звонок бесплатный.